Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на севере Чили. По информации геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах юго-восточнее поселка Сан-Педро-де-Атакама в области Антофагаста, их очаг залегал на глубине 128 километров. Ощущалось землетрясение также в Боливии, Парагвае и Аргентине. В этой связи был объявлен желтый уровень опасности, который свидетельствует о вероятных умеренных разрушениях. Хотя эпицентр был на значительной глубине, землетрясение вызвало кратковременные перебои в электроснабжении и обвалы горных пород. Эпицентр землетрясения находился вблизи крупнейшей медной шахты в мире Эскандида. Кроме того, в эпицентре оказалась чилийская государственная компания Codelco, включая исторический карьер Чиквикамата. Несмотря на близость к эпицентру, не сообщается о серьезных проблемах на шахтах, но ряд компаний проводит проверку оборудования. Está temblando brígido. Mira, mira, mira. Oh, te voy a terremoto, cabrón. Mira. В Мариуполе приступили к ликвидации последствий внезапно обрушившегося на город урагана. Больше всего непогода затронула Ильичевский район города. Там штормовой ветер повалил деревья, оборвал линии электропередач и снес кровли домов. Во многих районах повалены деревья, есть места, где поотрывало обшивку балконов. Также на некоторых перекрестках упали светофоры. Вчера в Москве прошли сильные дожди. За ночь в Москве выпало более 30% месячной нормы осадков. Затопило Новорижское шоссе и Одинцово, а также часть МКАДа. Сильнее всего последствия дождя были видны на западе Москвы и в Московской области. Так, например, в подмосковном Одинцово затопило двор целого жилого комплекса «Гусарская баллада». Машины, стоящие на парковке, наполовину ушли под воду. Заливало Москву не только с неба, но и из-под земли. На Ставропольской улице заметили фонтан в несколько метров, который заливал дороги. Вскоре утечку остановили. Ранее гидромедцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности до вечера пятницы в Москве и Подмосковье из-за грозы. Машины плавают. Вот так вот. Просто плавают. Полностью затопило. Водяной смерч пронесся над Шатозером в Карелии, в Пряженском районе, вечером в пятницу. На кадрах видно, как в небе собралась черная туча, а снизу к ней поднимается воронка. Пока неизвестно, причинило ли природное явление.
Вблизи Кейптауна, в ЮАР, прошли небывалые сильные снегопады. Из-за выпавшего снега и обледенения на дорогах автомобилистам пришлось ждать расчистки дорог дорожными службами. Сильные наводнения из-за проливных дождей прошли на озере Гуадалупе в муниципалитете Куаутитлан Искали в Мексике. Под водой оказались десятки улиц. На некоторых участках вода идет мощным потоком, буквально сметая все на своем пути, и больше напоминает полноводную реку. Аналогичная ситуация после проливных дождей в Атисапан-де-Сарагоса. Там под водой находятся целые районы. Жителям пришлось покинуть некоторые дома. Проводится эвакуация в пострадавших районах. В Индонезии произошло ночное извержение вулкана Мерапи на острове Ява неподалеку от города Джакарта. На многокилометровую высоту взметнулся выброшенный столб пепла, а по склонам вулкана потекла вниз к подножию выброшенная раскаленная лава. Китай накрыла мощная песчаная буря. В воздух поднялись облака пыли более 100 метров высотой. На пути стихии оказался город Дуньхуан. Из-за бури в городе остановили движение транспорта. Водители просили переждать непогоду. В провинции Шаньдун в Цзинане на закате наблюдались облака Маматусы. Землетрясение магнитудой 6 произошло у Алеутских островов вблизи Аляски в США в 18 часов 13 минут по местному времени. Очаг залегал на глубине 41 километр. Эпицентр располагался в 168 километрах от населенного пункта Никольский. Подземные толчки ощущались на Алеутских островах. В момент землетрясения было выпущено предупреждение о возможной угрозе цунами. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале.